Всем привет, ребятки! Мы приехали в Акколь, в медцентр Мирей. Посмотрите, как красиво здесь цветут цветочки. Мне нравится Акколь. Красота. Я сейчас иду в аптеку. Мне нужно купить лекарство, которое маме назначили. На деревьях листики начинают желтеть. Август. А, кажется, что осень уже близко. Сегодня немножко такой пасмурный денек. А здесь траву еще косили, видите? Листья с тополей падают. Центр Мирей на Нурмагомедова. Вот сюда мы маму привезли. Мирей. Вот я дошла до перекрестка. Улица Талгата Бегельдинова и Салгадата Нурмагомедова. В этом году это герой Советского Союза, было столетие со дня его рождения. Так, сейчас я перейду. И вот зелененький как раз. Молодцы, что они говорят. Так, идем дальше в поисках аптеки. Сейчас я перейду перекресток на светофоре, дойду до машины и поедем мы обратно. Все, мы уже прошли, лекарство я маме нашла в аптеке. Все, зеленый светофор, иду. Купила пирожок, хот-дог, сейчас перекусим и повезем маму домой. Опа, здесь красный. Все, переходим. Вот что мне нравится здесь в Акколе. Здесь все так чистенько, аккуратненько и очень много цветов. Вот сейчас мы в Мыктыколе молоко купим. Смотрите.